Ну что, за 3 захода по ходу дела. Ну да, еще зверь попался. Ну, не подвижен. Да, у меня надо покрыть его. На берегу остался мой красный куб и все. и Илюхин, наверное, желтый, желтый двухподвес. Ну, остальные, соответственно, везу, да. Они сидят, отдыхают. Саш, а? На чем тут мужик едет? А то вот этот? А я думаю, в этом и понимать. Не, у него там что-то с мотором. Не, какой мужик-то? А, ёкарный баба, я не туда смотрю. Я не знаю, что это такое. Если кто-то знает. Она просто спиной плывет. Просто не знаю, что разобрать.
Олесь, оставь, просто туда, по пофигу. Вел свет. А что, он же ничего, он не замочил. Ну, я не намочил, а так. Куда мне хоть честно будет? Безопас. Батарейка окислится, все. Вы не надули, не? А? Да, ладно. Нет, я так и не видел. Там он садится, вообще ничего не надо делать. Обратно. Макс, отвезешь мой куб, последний заход. Там не вместится. Мне кажется, там сколько три велосипеда? Нет, там три должно быть. Да, на живой. Раз, два, три, четыре. А, нет, подожди, четыре велика у нас здесь, да? А, да, там четыре. Да, значит, еще два. Что, еще покататься? Какая раньше сейчас Илья приплывет, а потом Ваня с Максом. Камень какой-то. Нельзя же зачем туда? Зачем обратно-то, да. Вещи-то сейчас Илья скинет. Зачем обратно? Может, там это специальные вещи, которые надо упаковать лично. Зачем обратно? Зачем обратно, я правда не понял. Где солнышко-то, я не понял. Да вон там. Большая-большая злая туча. Все облаками затянуло. Я не хочу солнышко. Но дождик, наверное, сегодня покапает немножко. Полотенце, я не знаю, просто видишь.
И колык обратно повезли. Вера, так плавать хорошо, что ли? Да не знаю. Ну, а сейчас спортсменка такие. Ну, такие руки накачаны, видели, ноги. Вот так. Так, что сюда пришло? Вот что сюда пришло? Не знаю. За одеждой. Твою сумку привезли? Привезли. Кто-то хомячит. Да. Алло. Мне не хочется, чтобы он ничего не стал. Я хочу солнышко купаться. Блин, они там переодеваются, а я... Да я же не вижу. Смотрю на маленький экранчик. Лошадки убежали. Just do like.